В законе о государственном флаге прописано, что символ власти всегда должен присутствовать на рабочих местах в правительстве столицы, аймаках и самонах. В 2008 году утвердили, что 10 августа считается днем государственного флага. В честь многих знаменательных дат страны в нынешнем году перед зданием администрации в Бензург-дистрикте состоялась церемония поднятия государственного флага. На высоту 21 метр взметнулся стяг размером 4,5 почти на 2,5 метра. Секретариат дистрикта Бензург проявил инициативу и установил у здания администрации дистрикта национальные флаги. Национальный фестиваль «На дом» у монголов вызывает гордость за независимость и единство страны. Ради праздника многие горожане выходят на улицу с маленькими флажками в руках. Но в эти дни прекрасно идет торговля флагами разной величины, в том числе для украшения дома или машины. Сколько стоят флаги? Маленькие по 2000 тугриков, а большие по 5. Люди хорошо раскупают товар. Каков твой доход за сегодня? Около 5000 тугриков. Государственный флаг используется с 12 февраля 1992 года и представляет собой красное полотнище с вертикальной голубой полосой, составляющей его треть и расположенной в центре. Полоса изображает вечное синее небо, а красный цвет по краям символизирует процветание. В верхней части красной полосы у древка флага расположен золотистого цвета знак Соимбо. Символ Соимбо с древних времен считается монголами национальной эмблемой свободы и независимости. Верх эмблемы увенчан знаком горящего пламени. Три языка пламени – это процветание монгольского рода в трех временах – в прошлом, настоящем и будущем. Чуть ниже знака огня расположены символы золотого солнца и серебряного месяца. Эти древние символы означают «пусть живет и процветает во все времена монгольский народ». 10 июля – день оказания почести государственному флагу. В этот день на площади соберутся все солдатские войска и проведут церемонию почета. Солонго, Нямбаяр, Алена Шадрина, Аист Монголия.